можно выдвигаться сюда. Так. Следующий. Да. Как команда называется? А, команда? Я вам даже не так. Давайте там представители. Привет, друзья! С вами Серега Сибиряк. И сегодня мы... Антон Матрос. А, вон, да. Забыл сказать. Сегодня мы отправились на соревнования в город, славный город Новокузнецк. Соревнования проходят на Запсибузских карьерах. Мы участвуем. В общем, я зарегистрировал команду. Команда наша называется «Второе дыхание». Пока ехали, придумали название такое оригинальное, короче. Вот, сейчас идем на построение. Рассвет обалденный. Сираши какие. Итак, представляю вам участников своей команды. Алексей Николаевич. Окунёв. Очень приятно. Так, это Антон Владимирович Матросов. И Николай Николаевич. Очень приятно. Да, и... Ну и, конечно, ваш покорный слуга, капитан команды Серега Сибиряк. Как же без меня? Мудрый. Вискарь Мудрый Иванович. Здравствуйте. Вы участвуете в соревнованиях, да? Нет. Бонд. Джеймс Бонд. Я пришел посмотреть. Здравствуйте, товарищи! Участник.
Первый сектор. В первом секторе участвуют капитаны. Во втором, третьем и четвертом по одному участнику от команды. Акцентирую ваше внимание на дисциплину. Запрещается переходить из сектора в сектор. Будем следить. Второе. Рыбачим одной удочкой на одну мормышку. Можно иметь несколько запасных с одними мормышками. Но если вы захотели поменять удочку с мормышкой, одну смотали, убрали, не положили рядом, а убрали. Вторую достали, рыбачим дальше. Повторю последние слова. Рыбачим одной мормышкой. Запасную удочку можно иметь, но убранную. Захотели удочку поменять, убрали одну, достали вторую. Не двушим, не на лед, не куда-то, а убрали. Смотали, да, смотали. Рыбу пойманную на снег не кидай. Ложим в мешки. Мешочки раздадут судьи. Прозрачные мешочки. Также по пойманной рыбе сообщаем судье громко, четко. Название команды, фамилии. Или номер, который будет написан на диске. Повторяю еще раз. Переходить из сектора в сектор запрещается. Также расстояние между рыболовами не менее 3 метров. Это подразумевает не только безопасность. Бур можно передавать, да? Бур передавать. Ну, если у вас, как говорится, дефицит громкий. Опять же, не переходя из сектора в сектор. Давай второй сектор. Что еще хочется сказать? Ну, соревнования у нас любительские, и я надеюсь на вашу порядочность и честность, чтобы не было пререканий и вопросов. Так, кто у нас умер команды? Сейчас будет что-то раздавать. Один дур будет. Вопрос. Дур будет один продолжитель. Зачетное время соревнований. 3 часа. От старта. Количество команд. Мы бьем рекорды. 33 команды. Так, ребят, это можно это? Вопрос, да, впрочем. У меня в одной команде, вот она не сможет просверлить. Могу я в ее зону зайти и просверлить? Повторяю, я отвечал уже на этот вопрос. Можно, оставляя свои снасти в своем секторе и предупредив судью, для чего вы переходите в другой сектор. Прикармливать можно. Прикармливать можно, но без стационарных кормушек. То есть, если у вас есть стационарная кормушка и вы хотите опустить подкормку на дно, опустили, подняли. Понятно? Зона заканчивается до флажков, к берегу нельзя. Нет, зона заканчивается до берега, Нам не хватило ленты. Но, опять же, призываю к порядочности. Если вы ушли к берегу, не пересекайте линию сектора. Нумерация секторов начинается вот отсюда. Вот здесь вот видно сектор номер 1. Надо номер команды. Там сектор номер 2, дальше 3 и 4. Все, все, объявляю. До начала, до чужого времени. Я первый. Я еще первый.
Дуплинский! Дуплинский! Говорю, я говори, иди бери! Бери. Говорю! Итак, дан старт, и все побежали буриться. Антоха, бури там, а я здесь где-нибудь. У тебя ерши, да, когда? Все? Да. Чё, Лёша, как уха? Красота, да? Считали, впервые у нас столько народу собралось. Впервые столько народу собралось. Долго считали, извините за задержку. Пытались вас веселить, снегоход, уха, чай там. Остальные сами веселились. Для начала хотелось бы мне отметить, потому что все разбегутся, наших спонсоров. Работает? Работает. Вот. Как говорится, у нас сейчас время такое дефицитное на спонсоров. Но, тем не менее, есть все-таки люди, которые нам помогают. Ну, первое, хотелось бы отметить. Угольная компания «Сибирская». Представитель, жалко, что не приехал. Мы с ними сотрудничаем который год. Впервые привлекли к соревнованиям. Также вот снегоход они нам подарили. Ну и много чего хорошего нам сделали. Поддержка какая. Второе. Это «Славина». ИП «Славина», знаете, «Скоморошка», «Молоко», да? Комбаров, Радик, тоже молодец.
Третье место у нас Белый Камень. Они мало того, что помогают, они еще и с нами все тяготы переносят. Видите, палатки и все такое. Но бутистские команды, которые были, они это, помогли их экипировать и там, дали им наставника. И третье, магазин, который самый маленький у нас, наверное, поплавок возле отеля, знаете? Да. Постоянно наш спонсор. Постоянно, скромно. Да. И тем не менее, вот детям он команде выделил термобелье набор, они уже уехали, замерзли. Но каждому ребенку достался достойный, дорогой подарок, они запомнят. Можно вопрос? Ну а теперь приступим к награждению. В командном зачете третье место с общим уловом 548 граммов заняла команда «Угольщик». Прошу капитана подойти. Второе место с общим уловом с весом 638 граммов заняла команда «Строитель». Вот наши ветераны. Вот знаете, пока бьется сердце этого человека, он столько наследника вырастил, уже с внуками приходит, с правнуками. Это вам куда мотыля прятать было? Это на команду. Пошли. Деда, пойдем. Второе место. Я тоже хочу такого деда. В зачете вес 651 грамм заняла команда «Сборная Кузбасса». Да, я еще тут сомневался. Да, третье место с весом 279 граммов занял Адаменко Дмитрий Михайлович. Ура! Молодец! Муж любимый! Не мерзли! Второе место в личном зачете с весом 297 граммов занял Желнин Павел Александрович.
Они разные. Ну и первое место с весом 421 грамм занял Куликов Валерий Алексеевич. Команда Угорщик. Угорщик, зря старались. Вытянул. Спасибо. Скажи, поделись, как ловить. Бросай им пить. Поехали. Ребята рыболовов. Ребята снасти. Спортивные. Ну и будет успех. И желание. Да и живота не будет сразу, могу сказать. Это большое дело. Также предусмотрены поощрительные призы. Первую рыбу поймал Матвеев ЕА, команда Тутуяс. Сектор номер 3. Также мы пытались определить самую маленькую, но у нас не получилось. Потому что их очень много. И вес практически везде одинаковый. Но большую рыбу определить удалось. Окуня весом 65 граммов поймал Морозов Юрий. Крупняк. Это у нас спонсор давным-давно с нами работает. Магазин Леонардо раньше был. Сейчас он уже давно прекратил этот бизнес. На других работах трудится. Но призы поставляет постоянно. Молодец! Молодец! Также у нас в сегодняшних соревнованиях участвовала женская команда. Называлась она... Рыбальчики? Нет. Мы дамы называем. Да, мы дамы. Дамы. На преддверии 8 марта мы бы хотели вас поздравить. Не только вас, но и всех женщин, которые у нас сегодня участвуют. Также мы хотели подарить маленький сладкий приз Дому детского творчества номер 5, который также выставили детскую команду. Также мы хотели еще подарить подарок
команде города Березовского, которые тоже приезжают издалека и постоянно. Прошу капитана подойти, который организует эту команду и привозит на соревнования. Капитану лично. И еще такое, ну, конечно, на позитиве сейчас, но я бы хотел показать мешок, где рыба была со снегом. Он в зачет не пошел. Хотите посмотреть? Или не желаете? Фамилию надо? Вот смотрите. Правильно. Ну а теперь прошу команду победителей спустить флаг. Подборный!